Вот так выглядит доминиканское утро. Сейчас 6 утра по местному времени. Поют птицы. Вот это вот вход в наш номер. Где-то там мы обитаем. На пальмах растут кокосы. Пойду выпью кофе. Отель состоит из таких вот отдельных корпусов, трехэтажных. Очень красивая территория. Зеленая, вся такая яркая. В наших цветочных магазинах подаются вот такие вот пальмочки. Они стоят гривен по 400, по 500 за очень маленькое деревце, а здесь их полно. Я не многие из туристов, которые просыпаются так рано. Какая-то хрень кричит, даже непонятно, что это. Дорога к пляжу. Кто-то уже рулит занимать лежаки, это, наверное, русские туристы. Только им может прийти в голову встать в 6 утра и рулить на пляж, чтобы занять шезлонг. Куда я шел? Я шел пить кофе, точно. Это вход в ресторан. По дороге к ресепшену. Сяду на диванчике, свяжусь с кем-нибудь из наших. Попробую. Wi-Fi на прочность.